Семена кабачка удалой, одолой, дадут возможность собрать высокий урожай крупных плодов до 1,5 кг каждый, с нежным сладковатым вкусом и сочной мякотью. Кабачки прекрасно подходят для разных заготовок. Сбор урожая возможен на 35-й день после всходов. Растение компактное, устойчиво к вредителям, паразитам, болезням. Культура хорошо переносит понижение температуры, не снижая при этом свою урожайность. Плоды светло-зеленые с темными полосами цилиндрической формы. Кабачок хорошо хранится и переносит транспортные перевозки. Уход несложный, полив, рыхление, окучивание, подкормка. Рекомендуется вовремя снимать спелые плоды, не допускать перезревания. Кабачок удалой – это однолетнее растение. Кабачок прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания кабачки прекрасно устроят телепца и открытый грунт. Кабачок удалой имеет ранний срок созревания. Плоды кабачка созревают в месяце май. Форма у плода цилиндрическая. Цвет плода зеленый. Мякоть сочная. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.